Не стоит. А теперь надо научиться, потому что влезть на ней вперед смысла нету. Какая карта хорошая. А ты знаешь, куда нам ехать? Ну, могу представить, да, направо, допустим. Куда-нибудь сюда. И как он тебе? Ладно, я сейчас хотя бы ездить научилась. Я прям поначалу вообще ехала к нему, я всю шатала в разные стороны. Сейчас хотя бы я еду, уже плюс. Но она мне нравится, она мне все равно нравится. Вот эту горку встанем. Ну, мы развернемся, правда? И влево чуть-чуть Ну да. повернемся, получается. Я думаю, Ну влево. да, он непривычный, конечно. Он непривычный, но интересный. Здесь штука, видишь, там приходится отыгрывать, вот реально стрелять на расстоянии, потому что смысл вперед куда-то лезть на стерве нет, что и не довернуть. Там кто-то снизу стреляет, а не вижу, сейчас выгляну вперед. Прячется пока в ямке. Все, я стреляю. Прям минус один, вон черепашка. Ой, там кто-то, блин, я кого-то вижу и нифига не вижу где-то. И вижу, и не вижу, короче. Черепаха обездвижена. Так, а мне трансмиссию выбили. Блин, попала, этого уехала чудо. А меня еще поджигают. За что стерву бежать? Что не сделали плохого? Не, ко мне не едь, стой. Я думаю, я А справлюсь. починить тебя? Как я тебя брошу? Я бы подождал. Там сзади дуэвка стоит, он мог бы помочь, но что-то не хочет. Так он тортоис. Черепашка, я тоже хочу черепашку. Повыше надо. А, блючки надо еще выше, да? Что-то я не пробиваю вообще. Я тоже не пробиваю. Надо пушку и выбить как-нибудь. Жди, вертолет слева, справа точнее. Блин, я вообще урона не наношу. Не Смотри, повредил. вертолет справа. Это бед, это бед, это бед, это бед, это бед. Прячься, дымы, дымы. Дымов нету. В мои дымы прячься. Так, вертолет, мне нужен вертолет. Все сбили. Нифига я коцан. Да падает все. Вот теперь мне нужен ремонт, точно. Да, черепаха, что-то вообще урона. Хотя бы чуть-чуть. Задолбали, да, урон. Он с перезарядкой быстрый. Не, полный БК. Я не пойму, кого я чинила сейчас. Сама и себя, что ли? Себя, да. Не, ну тут же есть вот переключение, получается. И надо не забывать переключиться. Вот сейчас я переключилась, она едет нормально. Сейчас я обратно в режим стрелка стану. И буду высматривать. Ну, опять слева, где-то вот слева смотрю прям. Черепаха до сих пор там живая стоит? Смотри, слева, слева, слева смотрю. Слева пока никого не вижу. М46. Внимание на указанный квадрат. Тиммейты, как они его пропустили? Что он это? Прям совсем слева, что? Да, прям слева. Не вижу просто еще никого. Отъехать надо. Так ты направо смотришь. А, ну слышишь, сказал, на другой лево смотрю.
Вот да, слева. Другого левого. Смотри, растерялась просто. Ладно, бывает. Везде лево. Не, вон там пониже чуть стоит. А, вон, все, я вижу. Да, боже мой, еще что-нибудь что-то. О, опять я никого не прибиваю. Чуть стало никого не прибивать. Да я испугалась со всех сторон. Со всех сторон враги. Я одна. Как я могу со всеми? Я же говорю, вот представляешь, я, допустим, я направо выучилась. Как я буду ездить в городе? Вот как я поеду? Я даже на экзамене умудрилась, короче, это. Он такой, поворачивай налево. Я говорю, хочу прямо. Он говорит, поворачивай налево. Я говорю, зачем налево? Я хочу прямо. А там знак стоит, типа, поворот. Типа ехать только на поворот, короче, только поворачивать. А я ее даже не вижу. Потому что я так испугалась вообще этого экзамена. Ты сидишь за этим рулем в ужасе. И в городе тебе страшно вообще, что ты едешь, людей каких-то там везешь. Еще плюс экзамен. Короче, я накосячила как только могла. 6К блок. 6. А гарантия, гарантия, гарантия. Скажи, с вашими War Thunder'ами блоков не напасешься. Хоть кого-то убила. Хоть кого-то прострелила. Черепаха прям. Так божественно. Так божественно повернул. Ты что мне? У тебя бывает такое? А, забрали. А? Сзади ПТшка, сзади ПТшка. Сзади еще? Да. Да, сзади. Вон она сзади прям. Мне еще левее, 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 левее. Лево, 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 лево. Я скажу куда. Нифига себе. Видишь? Приедь вперед, там тебя сейчас накидают. Вперед, знаешь, как сложно проехать. Все, накидай. Знаешь, как сложно проехать? Вперед. Нормально. Я мышка в одну сторону, сама в другую сторону. Жесть. А ты все, у тебя нет дублеров? Нет, нет. А смысла брать нету, команду уже. Ну да, что у нас тут? Блин, пропустила такую эту. Цель пропустила большую. Я не пойму, где ты, Роб? Вот, на тебя. Вся команда на лётке. Я же арту не могу накинуть, арту нет. Тебя ещё сзади едут. Ты меня он бьет, я стою, короче, без движения. Я на гусле стою, короче. Я не могу это. Я не могу проехать. Я единственная, кого забрала за весь бой, это Зенит. Вообще тебя было пустить. Сзади Амер не вон видит. Вон у меня здесь, глянь. Передо мной прям. Он тебя видит? Сзади вот. Там мне прям передо мной, глянь. Вот, теперь тебя заметили. Туровозка прям передо мной. Сзади? Вот он, да. Блин. Не видел. А что это? Ну что такое вообще было? Тебя в натуре кустики спасают сзади. А, куст сзади. На жопе куст, короче, вишь. Не зря все говорят, зачем? Зачем ты вешаешь куст? Вот зачем. Куст на жопе, это нужно. Я просто сплю, он прикалывается или что? Ой, жесть. Он тебя даже не видит. Так, на точке, не пойму, есть кто-то? Ну, он нас спавнит. Ой, короче, насмешил. Езжай на там, захват. А его, кстати, только выкачал, еще даже не выкатывал. Взять его взяла и катать еще не катала на нем. Так что даже не знаю, как он, что он с собой представляет. Я его вот прям на днях купила только. Ой, короче, они меня посмешили вообще. Давай, ты еще должна бой победить. Ага, победить бой. Смотри, как мало осталось. 6 человек. Да, но если бы я одна. Их 6, а я одна. Не, ну ты стой, они тебя не пробьют. Если только в бока не заедут. Вот я вот, у меня там где-то, видишь, сбоку. Я не знаю, он поедет вперед.
А вот он этот едет. Еще ледка будет душить сейчас. Ледка без бомбы. Можешь расслабиться. Тут он у тебя спереди. Да, я не вижу его из-за... Вот. Кританула без двигателя, без... Ну, короче, без ничего стоит. Оп, не убила. Да что такое? Мне еще видишь, что почему-то стол подкидывает, я не понимаю. Ох, забрали. Не понимаю, что у меня стол подкидывает еще кверху. Бери дублер. Ох, это было вообще жизнь. Слышишь? Ага. Ужас какой-то. Надо, короче, встать и прикрывать просто точку с высоты, да? Ну да. Так обычно и делаем. Блин, а тут насмешил. Ледка за мной гоняется. Я ледки не нравлюсь. Ага, еще забрали М46. Счет. О, кто-то А забирает. Надо его снять. Да что такое, блин, что он за мной гоняет? Что я сделала, ледки? Что он гоняется за мной? Ого, так низко, вот он. Нормально. Ай, я не могу, остановись, ты чё, родной? Двое. Ай-яй-яй, одного вижу, второй спрятался. Гаси одного, потом другого. Бежит. Да блин, уезжает. Все, уезжай. Оба спрятались. А хотя подожди. Я на ремонте пока стою. Они за этим домом оба, я так понимаю, стоят. Еще на респе вон один вылез. Да, а на респе какая-то мелочь какая-то. Я не пойму, почему... Бежает. Кританула, все вынесло, все. Забрали его. И на респе вон он. Маленький он едет. Получается, один на точке, я так понимаю, стоит, один маленький в обвеску в этот век. Спасибо. Спокойно, езжай на точку, да и всё. Из казёнки. Мелочь там они, может, сейчас закидают плеткой, там типа зенитки, что-то легкое совсем открыто. Ох, наш леопард как стартанул. Еще, смотри, сразу все такие толпой на точку просто. Да-да-да. Ой, ужас. Да блин, просто не могу. Я не знаю, ты как едешь, ну, в таком режиме мышкой управлять. А я просто ее не трогаю. Надо отъехать от них подальше, на всякий случай. Ну нормально так. Тоже уже практически не осталось. Там уж на респе поджали. Бьют. Двое на респе, я пока никого не вижу. Пересаживаю члены экипажа. Ёлки-палки. Они там сколько? Сейчас я отойду быстренько. Давай. Никого не видно вообще. Деньги
привет, привет. Мне уже следующий крайний будет. Опять черепаха вылезла, нифига себе. Ну, я как понял, черепаху вообще ничего не берет. А вот смотри, я кританул ее. А, да? Нижний бронелист. Нормально там ее со всех сторон, блин. Все, забрала. Так слева у тебя еще подсвечено. Эй, дайте, дайте. Забрай, забрай. А, они его забрали, я ж. Такой вроде сначала напряженный бой, а потом легко стал. Ого, а потом что-то после такой команды. Нет, еще ты говоришь, сзади стоит. Я-то не думал, что он прям сзади, прям сзади, сзади. Прямо там. Я еще не видел, это вообще жесть. Ага. Вообще ужас. Что это такое там плоское под ногами, да? Не смешил, короче, он реально. Их не пробило. Без ствола только он остался не пробитый. Их не пробивайте, жалко. А, у нее все забрал. А, не, последний удар, но это, наверное, предыдущий забрался. Эд живой так остался. Это лучший бой на стерве. Да, просто на стерве хорошо что-то прям получилось. Сперва вообще жопа какая-то была. Под конец вроде разыгрались. Ну я в шоке после этого Амера. Он причем выкатывается. Я думаю, ну он тебя в натуре уже видит, он сейчас тебя убьет. Он такой направо смотрит, налево смотрит. Я ничего понять не могу, что он, типа, прикалывается или что. Так он в итоге тебя не видел вообще. Кустик-то 5 дублеров на стерву дали, прикинь. Ну, ну все. Это знак, просто.